кулинарим. Дима, что мы сегодня кулинарим? Я не знаю, как называется это блюдо и откуда оно к нам попало, но знаю, что оно простое и вкусное. Поехали. Свет, ты режешь одну помидорку, а я вторую. Дальше? Дальше мы берем вот это и кладем в хорошо разогретую сковороду с маслом. Пошли. Дима, ты знаешь, что Альфред Хичкок очень боялся яиц? У него была овофобия, боязнь всего овального. У меня, по-моему, скоро тоже эта болезнь появится. А у Казимира Малевича была другая болезнь. Готово. Яичница Захаровка. Подробный рецепт ищите в нашей группе ВКонтакте. Там же оставляйте свои быстрые и вкусные рецепты. И попадите к кулинарам. А кто название придумал? Кто-кто? Хичкок. Альфред? Да, мне понравилось.